Что за говно? Подумай о том, что все вот эти люди, которые у нас находятся, они все хотят его у тебя отобрать. Да! Мой командир! Да! Я сделаю тебя! Ой! Чемпион! Я, мой командир! Я! О! И знай, кто ты! И рулловер! Сворачивания нет! Не проходит сворачивание. Странно, очень быстро все произошло. И, ой, укус. Паук-то прикусил немножечко. Укус паука удержание. Раз, два, три. О, мы с тобой не закончили. Ринг сейчас свободен. Пойдем драться. Я хочу этот пояс сейчас. Я не хочу ждать 21 число. Давай. Ты же Локомотив. Давай. Антон. Успокойся. Тихо. Спокойно. Смотри, я тебе напомню. Кто чемпион? Я чемпион. У кого этот титул? Может, он у тебя? Нет. Он, смотри, он у меня. И никто не будет ставить чемпиону, богу рестлинга, условия. Но я же добрый бог. Поэтому я тебе даю последний шанс. Вот так вот запросто, такому обычному деревенскому парню выйти на ринг против Локомотива. Но это будет командный матч. Какой нахрен командный матч? Какой нахрен командный матч? Меня задолбали эти командные матчи. Ты давай, можешь говорить я очень долго, но чемпион сказал командный матч. И, кстати, я бы на твоем месте торопился, искал бы себе напарника, потому что я уже нашел его. И ищи хорошо, и вообще оглядывайся, потому что очень скоро с тобой может случиться чрезвычайное происшествие. Как меня достали такие, как ты! Вечно все, я хочу! Подожди, отойди, сынок. У меня такого еще кадра не было. Встретимся на ринге. А, все окей. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует шоу «Удар». До опасной зоны осталось всего-всего ничего, дорогие наши товарищи. Но это будет в эту субботу, а пока мы смотрим первый матч нашего сегодняшнего выпуска. В зале, пританцовывая в красной ушанке, появляется Фридрих, член команды Михаила Никитина и с неизменным пенным напитком. Как вы помните, именно благодаря этому напитку Михаил Никитин выкупил у Фридриха пояс интернет-чемпиона. Сейчас, ну, как мы можем видеть, Фридрих несколько, конечно, увлекся. И мы хотели бы, дорогие друзья, вам напомнить, что увлекаться подобными напитками ни в коем случае нельзя. Вот, этот поединок я комментирую сегодня для вас один. К сожалению, Михаил вот куда-то запропастился, ну, поэтому, ну, вот как-то так. А это оппонент Фридриха, Фредди Мачете. Такой, знаете, человек на миллион долларов. Да, вы знаете, что был уже в рестлинге человек на миллион долларов, но это было давно, а вот... У нас тут вырос свой собственный персональный. Вы знаете, что отношения Фредди и Михаила Никитина и его масочников, они, конечно, в крайне такой, как сказать,
в крайне напряженной такой обстановке, в крайне напряженной ситуации между ними. Вот. И сейчас Фредди будет пытаться разобраться с одним из подопечных, вот Никитина, с Фридрихом в поединке один на один. Ну, вот Данил Дмитриев пытается... Да, лишил Фредди его оружия. Ну, это правильно, в общем-то. Сейчас нам дадут гонг и посмотрим, что будет. Хотя, конечно, Фридриху, наверное, не стоило бы вот так выпивать перед поединком. Рестлинг и пенные напитки и прочее, они очень плохо сочетаются друг с другом. Вообще, по поведению... Да, то, как выглядит Фридрих сейчас, как он себя ведет, больше похож на такого товарища, знаете, из... И вот, да, на такого товарища, который возле магазинов там тусуется и просит вот там мелочишки. Ну и понимаете, да, к чему это вот все приводит. Попал. Фредди-то он вот ведет спортивный образ жизни, за ЗОЖ. Его вообще-то кроме денег больше ничего не интересует. Ну, еще иностранные титулы, как вы знаете. И пока вот так вот все. Публика пытается троллить Фредди, что он нищеброд. Но он в корне с этим, дорогие друзья, не согласен. Ну и да, Фредди, конечно, убежден, что он самый лучший, и рестлинг скилл у него самый the best. И в доказательство своих слов начинает ломать ногу Фридриху, представителю, понимаете, некогда существовавшего социалистического немецкого государства. Государства такого уже давным-давно нету, а вот Фридрих остался. И, как вы понимаете, очень тоскует по своей родине, поэтому вынужден вот так заливать горе. Но это, конечно, это нехорошо. И, как мы можем наблюдать, выходит сие ему боком. И не только боком, потому что сейчас, да, не только боком, но и другими местами. В одну калитку пока Фредди Мачете выносит Фридриха. Ну, хоть, да, ну, хоть вырваться смог, и то хлеб, как говорится. Но Фредди, конечно, уверен в своей полной доминации. Вот если бы это был Саня Панков, то мы сейчас бы увидели стиль пьяного мастера. А пока мы видим стиль пьяного немца, дорогие друзья. И пока этот пьяный немец ничего не может противопоставить Фредди. Ну вот, да, хоть как-то среверсировал. Ударил ногой по спине. Идет в контратаку. Скуп-слэм проводит. Зажегся такой вот, классическим приемом из рестлинга. Такое ощущение, как будто, знаете, хурикенрану сделал. Еще один скуп-слэм. Ну вот дирижировать, наверное, пожалуй, не стоит. Не стоит. Разбегается. Это лэгдроп. И удержание. Ну, было только два, конечно. Ну, хотя, конечно, вот радует, что Фридрих смог все-таки собрать всю волю в кулак и пойти, да, в контратаку в такую, ну, засаживает локтем теперь, вот плечом-то ранит Фредди в углу. Да, конечно, плохо, когда у человека кризис. И страны нету, и команда совета распалась, один-одинешенек Фридрих. Так, Фредди лезет на третий канат, сальто! Удар, еще удар. И клоузлайн. Красивый такой, эффектный. Но публика, как вы понимаете, не оценила. Бьешь как Ярик. Вот так, ну. Еще и Державина до кучи оскорбил Фредди. Джо Брейкер. И... Несколько ударов локтем, запуск в канаты. Что нас ждет? Хип-тос, но Фредди, да, он отталкивается от канатов и перебрасывает Фридриха через себя. И еще один такой скользящий удар в голову. Удержание. Один, два. Каким-то чудом Фридрих ухитрился вырваться. Фредди в ярости, потому что он не понимает, как так, сколько времени он не может завалить одного нетрезвого немца. Ну, вы слышите, что скандирует. Хотел, чуть не сказал скандалит. Скандируют зрители.
Так, ну что дальше? Что задумал? Фредди Мачете разбегается и натыкается на ногу Фридриха и... Ну, неплохо, друзья, неплохо, весьма себе. Сплэш! О, кому-то не дают лавры, покоя лавры Антона Дерябина, удержание. Было три, ну, конечно, три не было, естественно, дорогие друзья. Так, запуск канаты и удар прямо в голову. Так, Фредди Мачете, о, ну это коронный мунсолт, который, к сожалению, для Фредди проходит в пустоту. Добивай, просят зрители. Фредди повисает на канатах, удар коленом в живот. И клоузлайном вышибает. Но, смотрите, Фредди, я думал, честно говоря, что он распластается где-то там вот на полу. Но нет, смотрите, вернулся и ударом плеча встретил Фридриха. Уворачивается от удара и гром в раю! Коронный удар Фредди Мачете. Удержание 1-2-3, это победа! Фредди Мачете побеждает. Что сказать? Ну, победа, не сказать, что неожиданная, в общем-то. Ну, не знаю, я думаю, дорогие друзья, из вас мало кто ставил на победу Фридриха, тем более в таком состоянии. О, друзья, так смотрите-ка, Фредди говорит, ему мало, он хочет еще оппонентов от Никитина. Ну, поглядим, звучит музыка, кто сейчас выйдет из... А это Молот, друзья, Молот, собственной персоной. Откуда он здесь взялся? Он же был уволен из НФР. И он душит, душит Фредди Мачете. Откуда, откуда здесь Молот? Ведь он был уволен. Он давит, да, официально матч не назначен. Это просто избиение уже после гонга. Вцепился в маску и... Друзья! Вы понимаете, что произошло? Случился Дианон Молота, и это Михаил Никитин собственной персоной. Так вот почему его сейчас не было со мной. Ёлки-палки. Вы понимаете, Молот не Михаил Никитин, это... Или он просто надел маску Молота, я не могу понять. В общем, друзья, ну, вот такие дела. Удивительные, просто удивительные. Я слишком долго была ослеплена мнимой ценностью побед и жаждой одобрения. Боязнь реалий отвернула меня от истинной силы, что правит миром. Страх. Ваш мир — это ядовитое болото лжи и лицемерия.
улыбаясь друг другу в лицо, они все рано или поздно нападут со спины, опутанные паутиной страха. Вы те, кто делит мир на черное и белое, вы слабы и ведомы. Вам больше не удастся закрыть мне глаза, лишая истинной власти. Я та, кто не отрицает звериную натуру человека. Я паук, сбросивший старую шкуру людских предрассудков. Ни зло, ни добро. Я паук, и я выхожу на охоту. Друзья, пришло время для главного боя сегодняшнего выпуска. Командный поединок, двое на двое. Первый в зале появляется Алекс ЧП, человек, которого привлек на свою сторону совершенно неожиданно для всех Иван Марков Локомотив. Был недавно он интернет-чемпионом, но лишился своего пояса совершенно нелепо по вине Фридриха, которого вы могли сегодня уже видеть в первом поединке. Правда, Фридрих тоже теперь уже не интернет-чемпион. Пояс там перешел у нас к Михаилу Никитину, который, дорогие друзья, вернулся на комментаторские позиции. Здравствуй, Миша. Ох, ребятушки. Привет. Или как мне сказать? А вот открой-ка тайну, так все-таки ты молод был все это время? Или это была просто маска у тебя для нападения на Фредди? Раскрой. Давайте я вам так скажу. Я уже очень давно не молод. Очень давно я не молод, потому что я в своем возрастном рейтинге, в своей возрастной градации преодолел определенную отметку возраста и вот так, короче. Остальное... А, черт с вами, думайте, как хотите. Вот так, друзья. Не дал нам Михаил конкретного ответа, а в зале появился Иван Марков Локомотив и Михаил Вахнеев. Вот они навесили очки на камеру, как всегда довольные, и у них все окей. А это народный чемпион Антон Дерябин. 21 сентября в клубе 19:30 Москва. Антон и Локомотив сойдутся, я уверен, в зубодробительнейшем экшене в поединке за титул чемпиона НФР. Но это будет только 21 сентября, в субботу, друзья. Кто может быть на опасной зоне, кто будет в Москве в этот момент, обязательно приходите. Это надо видеть вживую. Так, Дерябин занимает место на ринге, и ЧП с Локомотивом, они сбежали, те вернулись уже обратно. Но кто станет напарником Антона Дерябина? Потому что ЧП и Лока уже готовы нападать. Пока мы этого не знаем, но... А, нет. Вот. Я знаю эту музыку. И вы ее знаете все, дорогие друзья. Это Александр. Ну, да. Покажите нам его. Это прям, ребята, конкретно мощная команда, какой-то прям... Твин Турбо Пауэр, я бы сказал. Ну, понятное дело, у Александра все еще зуб на Алекса ЧП. И, естественно, он хочет с ним разборок. И объединился для этой цели с Антоном Дерябиным. Удивительный альянс, но, я уверен, очень мощный. Ну, вы посмотрите, друзья, на Александра. За этим человеком, несомненно, будущее рестлинга в этой стране. Это одно из главных действующих лиц будущего. Сейчас он прокладывает себе дорогу постепенно, медленно, но верно. Хотя как медленно? Такая машина не может медленно себе прокладывать дорогу. Это, знаете, как ледокол во льдах Арктики. Он прет, пока не достигнет финальной точки своего назначения. А я думаю, в жизни рестлера в принципе нет финальной точки назначения. Она всегда где-то там маячит за горизонтом. И я уверен, что Александр будет двигаться вперед всегда. В принципе, как и любой крутой рестлер. Интересно получается, у нас такое сочетание старой и новой школы с каждой из сторон. Есть два таких мастодонта федерации Дерябин и Локомотив. И есть два относительно молодых... рестлеры, карьера которых началась совсем недавно. Интересно, как они сработаются. И вообще очень любопытный поединок получается. Ну да, вообще не часто себе Локомотив берет кого-либо в напарники. Ну, прямо скажем. Была, конечно же, команда когда-то Main Event, если вы помните.
Ну и чем она закончилась? Она закончилась ничем хорошим. Команда Локомотива с Кейси. Чем она закончилась? Ничем хорошим. Команда Локомотива с Джокером закончилась ничем хорошим. И всегда это заканчивается чем-то нехорошим. Для напарников. Для... Вот, смотрите. Для напарников Локомотива. А вот, ну так, ну естественно. А что можно было ожидать? Ну, ЧП, не знаю. Ну, ЧП это реально такой гражданин, которому, ну, подписался. Изначально по барабану, да, подписался, а потом уже, он уже понимает, что совершил ошибку. На что я подписался? Иди. О, и вот подписался на клоузлайн мощнейший. Один, второй. Антон начинает рвать и метать буквально. Медвежье объятие в углу. Просто как куклу какую-то раскидывает Антон. Он втрое, вчетверо он больше, чем ЧП. Смотрите, даже какие-то попытки отбиться, пока умудряется предпринять Алекс ЧП. Возможно, даже что-то у него получается такое частично. Сейчас посмотрим. Запуск, ну куда? Ну да никуда вообще, даже не рядом. Еще одни медвежьи объятия. Влетает грузью в угол ЧП и Биг Бут получает. Да, мне интересно, какой все-таки у Антона размер обуви? Без понятия. Убийственный. Монстр сплэш. Удержание. Раз, два. Ну и тут Локомотив тут как тут, конечно. Ну, Локомотив. Классика. Классика от Локомотива. От недавнего Локомотива, так скажем. Да, я помню те времена, когда Локомотив был просто поехавшим психом. Ох. Который не чурался всегда влезть в драку, а тут он драки активно избегает. Ну вот влез, видишь, влез. Ну влез он, кто влез, кто по дрова, кто по грибы. А Локомотив вписывается тогда, когда ему максимально удобно и когда ему ничего не угрожает. Ну спишем это на тактику, но Антон сталкивает. Вот тебе и тактика. Старую новую школу лбами, считай, только что столкнул. Буквально. Антон Дерябин. Буквально причем. И оба рестлера выкатываются за ринг, где Михаил Вахнеев пытается привести их в чувство. И Антон тянет за руки ЧП. Пытался за волосы его схватить, но потом понял, что... Волос особенно... нет, но... О, перетягивание ЧП. Сейчас его четвертуют просто. Или располовинят, как угодно. И Антон в перетягивании ЧП побеждает. Да, все-таки единым куском залетел на ринг ЧП. Оказался в центре ринга. И мне кажется, сейчас его ждет... Ох, ничего хорошего его точно сейчас не ждет, ребята. Сейчас ЧП его ждет Александр. Александр. ЧП подустал уже немного, но готов. Промах! Да ладно! С бывшим напарником со своим сойтись. Разбегается и... Ой, парашют! Парашют! Не раскрывшийся парашют просто! Да, 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 да. Вот сейчас напоролся прямо на самую жесть. Да, Антон Дерябин это опытный, мощный, невероятно крутой рестлер. Но понимаете, Александр, который имеет зуб... Который имеет зуб на ЧП, огромнейший, который к тому же не уступает, ну, в габаритах, я имею в виду именно по качеству, не Локомотиву. Ой-ой-ой. Ой. А вот, да, пока я расхваливал Александра-то, вот, скажем так, да. Подвела его старая-старая-старая ахиллесова пята. Ух, какой удар, да, и этот огромный зуб, большой, как бивень мамонта, не совершенно помог. Совершенно верно. А удержание, Александру, раз. Да, пока. А посмотри, просто как скидывает, понятное дело, он еще свежий, он только вошел в матч, у него полно сил, и он вдвое больше своего оппонента. Ну просто я всегда поражаюсь, как вот просто одним движением можно так просто именно скинуть, перебросить, выбросить человека. Ой! Какой клоузлайн. Мощь и убийство, просто ЧП лежит. Просто ЧП лежит, ребят. Все, лежит ЧП. Уже ЧП подняли и будут держать. Главное не бухтеть. Давит его Александр. Локомотив решил вступиться за напарника за своего. Но, правда, тут же вот ретировался с ринга. Под опеку Михаила Сергеевича Вахнеева. Да, я вот, друзья мои, все наблюдаю за Александром. Я наблюдаю вот за... Ну, честно говоря, я, наверное, как Винс Макмен, я кайфую именно с больших ребят. Ну, не подумайте ничего плохого. Я многие могли подумать. Да, я в конце концов воевал, как говорится. Ой, вот все, не получается мне в своих военных подвигах рассказать. А я, между прочим, в двух Call of Duty Берлин брал, ребята. Ну, ничего страшного. Ох! Вот. Не стоит отвлекаться мне на свои суждения о жизни и прочих историях. Потому что Локомотив уже вступил в игру и пытается он из игры выключить Александра. Таранит он его плечом, разбегается и натыкается на локоть, да, Александра. Да, не так-то просто, Александр, посмотрите, ох, вылетел. Вылетает Локомотив, вылетает неожиданно для самого себя, наверное, в первую очередь.
Да, вот так по инерции просто вылетел за ринг, как будто там, я не знаю, мылом все смазано и вот просто проскользнул, как я не знаю. Вот ты сперва про больших парней, теперь про смазанное мылом, что-то, Михаил. Все. О, ты смотри, обманка была. А это уже не я говорил. Это уже нет. Вот это уже вот оно само складывается. Это уже сказал, да, Александр. Вот, вот, вот. А, подождите, а Махнееву предложение Александр понравилось? Он сказал, что это смешно. Смешно, когда на тебя вот такая двухметровая машина лезет, смешно. А, смешно в том, я понял, что имеется в виду. Да, 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 да. Это просто тактика 3 на 1 сейчас. 3 на 1 и Данила Дмитриев. Ой. Чоп. И вот это самая-самая-самая излюбленная подлая вещь, которую может делать Локомотив, это атака каждой части тела, просто самым жесточайшим образом, каждой конечности, я имею в виду, ребята, это ужас, это убийство. Это казнь от Локомотива. Да, 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 да. Локомотив в роли такого палача выступает в данный момент для Александра Уджани. Раз, два, на два ровно, Локомотив, господи, на два ровно Александр вырывает плечо. Вырывает плечо от ринга или отрывает, ну вы сами понимаете, как оно все обстоит. ЧП передает себе право боя. А Александру не дают поменяться с Антоном Дерябиным. Ну еще ДДТ. Бой! ДДТ, ребята, да, ДДТ, конкретно ДДТ, удержание, раз, два, и опять ровно на два Александр. Александр выбрасывает своего оппонента через себя. Сколько же мощи в этом парне! Это же просто сумасшествие! ЧП и Локомотив устраивают такую карусель, быстро меняясь друг с другом. Есть такая тактика в командном рестлинге. А Антон Дерябин бы тоже очень сильно, видимо, хотел бы сейчас провести карусель кому-нибудь из этих ребят. Да. А то и каждому. Но пока у него нет такой возможности. О, вот это звук, да, вот это жесть. О, ЧП там устроил пикировку с Антоном Дерябиным за канатами, а Локомотив тем временем мордует Александра в углу. Ну там такие звуки, коллега, что... Ой, какой! Какой нечеловеческий чоп! Ой-ой-ой, это ужас просто, это просто жесть! На локоть натолкнулся Локомотив, Александр отбивается одного! А ничем не хуже его локти-то! Ничем не слабее! И ловит Александра Локомотив и не дает. И чуть-чуть не хватает, буквально капельки, чтобы передать право боя своему напарнику. Александру не хватило самой-самой-самой малости. Снова вот была серия плечевых таранов и ряд оплеух. Это просто шапалахи. Шапалахи сыплются как из ведра, как из корзины. Просто корзина шапалахов была разгружена сейчас. Сейчас Локомотив перехитрил Александра. Но ой! Вот это вот! И Александр перехитрил Локомотива. На отпуск. Но не полностью. Как ремнем. На Dragon Screw пытается Локомотив вытянуть Александра. Тот уходит в блок. Пытается как-то заблокировать этот прием. Да не сдавайся, кричат зрители. И да, Локомотиву не удалось провести. Но пошла вот такая... Ой-ой-ой. Локтевая дуэль. И вот все-таки Dragon Screw. Но смотрите, что происходит. Александр тут же встает на ноги. И бэкдроп мощнейший. Вот это да. Я ни разу не видел, чтобы кто-то так быстро вставал после вот этого броска от Локомотива. Это просто на морально-волевых, коллега. Просто на морально-волевых. На адреналине еще наверняка. Безусловно, просто, ну... Ну а кто еще, кроме Александра, мог бы такое сделать с Локомотивом? Кто еще в ростере независимой федерации рестлинга? Кто? Я не знаю. Про Макс? Не. Ну ладно, это шутка, друзья, вы понимаете, да. Вот Александр добирается до своего угла, Антон Дерябин выходит. А ЧП, смотрите, что платит той же монетой. Ровно той же монетой, что и в начале матча Локомотив. Что-то сразу поговорка про хитрую и вот с нарезкой, вот знаешь, вот эта поговорка. Ну, я не буду ее сейчас как бы приводить, потому что она грубая. Но ЧП, да, отплатил Локомотиву тем же. Хитрая нарезка. В Ашане продаются, знаете, хитрые нарезки такие разных цветов и объемов. Обратите внимание, Антон Дерябин не торопится атаковать Локомотива и дает ему возможность подняться. Да, он, мне кажется, просто над ним
пытается по-доброму поиздеваться, потому что... Как можно поиздеваться по-доброму в таком матче? Ну, посмотрите, потому что Антон никогда не был замечен в каких-то таких, знаете, прям злодейских деяниях. Я не помню такого. А Локомотив, ну вы видите, что Локомотив творит. Слушайте, обратите внимание, ну, Антон просчитал. Какой удар. Вот это щелкнуло. Антон просчитал Локомотива по всем параметрам. И посмотрите, какой... Как у Локомотива там челюсть не вылетела, я не понимаю. Да, вот это щелкун был, дай боже. Конкретнейший. Иди. Как на отправляют, знаешь, новобранца в бой. Я не пойду. ЧП, говорит, я не хочу идти. Он пытался убежать просто из зала. И Локомотив силком закидывает его обратно на ринг. Да, Лока нашел себе напарника, конечно, да? Да, ну, друзья мои, так... Да это ж тактика, посмотрите, это же все тактика. Так... О! Гарпун! Гарпун просто огромного кита сейчас гарпуном завалил Алекс ЧП. Посмотрите, Вахнеев-то как доволен, тем временем удержание до двух тем временем произошло. Слушай, неужели ты думаешь, что вот это ссор Локомотива ЧП это был запланированный ход? Ну, по крайней мере, итог, который сейчас мы все видели, он был такой, знаете, как многоходовочка. По крайней мере, так выглядело. Затылок получил только что Дерябин. Удар горлом об канаты. Но на клоузлайн поймал Локомотива. Но все равно просто так. Ну просто так при всем желании даже не взять Антона. Не взять его просто так. Хоть голыми руками, хоть не голыми, хоть руками не руками. Вот это просто конкретный переброс. И у Локомотива, мне кажется, аж раму сейчас повело. И лонжероны, возможно, даже сложило. Фолловый слэм был только что. И... На бомбу заход? Нет, я думаю, это пайл-драйвер, но Вахнеев хватает Локомотива за ноги. И... А все потому, что вот надо было быстрее это делать. Спасает своего, ну не подопечного, друга, напарника. Ну просто своего. Да, спасает своего. Своих не бросаем, друзья мои. Мы своих не бросаем, как говорил один известный диктатор. И Вахнеев своих тоже не бросает. Ну, Локомотив, Вахнеев... а теперь уже Локомотив решил покинуть зал. Ну, Вахнеев. Они бросают ЧП просто. Он кричит, тебе оказали честь сражаться бок о бок с Локомотивом. Да в смысле? Ну, я так понимаю, друзья, божество сделало свое дело, божество может уходить. Да. Не получив должных даров, видимо, на этом поединке. Да, зрители гонят, скажем так, на убой тоже Алекса ЧП. Ничуть не хуже, чем гнал его Локомотив. Не, ЧП решил, что лучше не искушать судьбу. Секунду. И тут на его пути встает Александр. Просто переградил выход из... Ой, все. Ой-ой-ой-ой-ой. О, все, ребят. Все, не... Просто посмотри, он просто его сверху вниз так наказал. Вот это же... Да, вот это просто прибил, приплющил. Хана! Данила Дмитриев уже даже не отсчитывает. А уже все. Ой. Это, друзья, ну разделают под орех... Да под ореховую плантацию. А, все! Все. Пэкедж пайл-драйвер только что провел Антон Дерябин. Два. Три. Ну, друзья, конечно. Здесь безоговорочная победа команды Антона Дерябина и Александра. А что нас ждет 21 сентября в бою Антона Дерябина и Локомотива? Ух, вы видели, с какой злобой шел этот бой. Локомотив сбежал, но 21 сентября сбежать ему не удастся. Ведь на кону будет стоять титул чемпиона НФР. Oh!
О, многоуважаемый Михаил Андреевич. Так. Я потерял титулы из-за тебя. Ну, что значит из-за тебя, Камон? Из-за твоего решения. А что это у тебя здесь такое? А это титул мой. Титул? Твой? Мой. Твой? Мой. Твой? Мой. Да иди его. Ты иди ты нахер! Иди сюда! Иди сюда, падла! Открывай! Мать! Мать! Все, новый интернет-чемпион. Снова. Неужели вы думали, что я останусь... Сука, умник, сня! Раз, считай, сука! Раз, два, три, да! Ты победил? Говноед! Новый интернет-чемпион. Вы что? Вы за кого меня держите? Вы себя за кого? Снова ваш новый чемпион. Я же говорил, это мой титул!